поддержку. Конец связи. По фронту возможна засада. Мы подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Следите за силуэтами на крышах! Всем отойти, будем вести обстрел зданий. Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа! Первый этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа! Второй этаж! Огонь! Готов! Пулеметчик, все хорошо в здании, 30 градусов слева! Второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Трехэтажное здание, 15 градусов слева! Балкон на втором этаже! Есть цель! Thank you.
Б-6, говорит Кабан, мы можем? Мы можем наступать, прием! Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота, прием! Вас понял, выдвигаюсь! Готов! Б-6, говорит Кабан, мы можем? Мы можем наступать, прием! Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота, прием! Вас понял, выдвигаюсь! Готов! Цель захвачена! Огонь! Стойте! Вражеский танк на дороге! Кабан, В-6! Т-72 за зданием, 60 градусов слева! Можете открыть огонь! Прием! Вас понял, Б-6, он у меня на терморадаре, переключаюсь на ручное! Отлично, Кабан! Многих перебили! Теперь убираемся отсюда! Дороги! Вас понял, Б-6. Так это... долги еще? Б-6, второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку, прием. Ценный груз цел и невредим! Мы почти у 4-го шоссе! Скоро должны увидеть второй взвод! Вас Васкис, на связи пират 2-5, приближается.
приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял! Морпехи, только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Все на борт, вылетаем!